короче, проходит через час, пять минут. Так, доктор-врач в хила, дрессер в хила. Тима, подожди, короче, я ревогну. Давай. У меня хули палки. Давай, экзайт в хила и... Я тоже в хиле. Я знаю. И Дорн. Надо сразу звездочку. Дорн, один там кошмар просто. Дорн, один там кошмар. Будешь вместе с Инсинью. Виталик, скажи, если перепал. Я буду Вали хилить. Давайте на Вали точняк. Секьюрити. Экзайт. Короче, проще сказать, почему все на Вали, кроме Лизнита... Не так, давайте... Блядь, почему я один зависаю? У всех зависаю? Давайте, все хилы на Вали, кроме Квадропедры. Квадропедра будет ДЦ. Ну, если бы на кого-нибудь, чтобы нас водили. Тебе вообще краху подрыли. Каску МП-5. Каску, крест. Пристабаф. Интеллект. МК. Давай. Пошли ко мне, на мост. А слышно меня? Нет. Понял. Повару каску дайте. Дайте каску, короче, всем. Короче, меня выкинуло и не отпускают. Виталик. О, шикарно, я пришел. Да, точно. Шо? Каску, пожалуйста. И крест, пожалуйста, как тебе удобнее. Че, Дим, давай так, там каска есть на всех, все, все вроде есть. Танк, я ты дал... Нету каску. Дима, спех, нет, ты ж Дорна в танк, у меня пинг сейчас до 14 тысяч. Он уже в танке. Ты каску только что тебе баф, ладно, сейчас МП5 дам. Ебать, это хуже. Дорн, зачем ты мне пишешь? Я не могу вообще ничего сделать, сука. Бля, такая же хуйня, ничего не могу сделать. Дайте каску, подруга. Ну, Виталий даст каску или не дать? Я сбью кулак. Ну дай ты на одного босса каску. Мы ждем, пока Виталий пришел. Все. Погнали, короче. Начинаем. Хилы. Чужаки ворвались во внутренние покои. На месте, короче, где он пустой, я вообще не вижу, что происходит. Дор, ты, короче, на два фронта играешь. Дарк Старсик, ну ты. Рейда, отверните от рейда. Лесные витамины, витамины от розетки. МКД. Одного отреза и витамин. И тягненного. Че, Войд, прыгай в мишку, Войд, прыгай в мишку и танчи справа. Куда вы? Метка у нас есть, да? Да, метка на ванне, точнее. Одесса. А, я летаю, конечно, как евреи. Ты под давлением. Это увечье трёх, это типа как размах на кошке. На кошке, ты уже как сердце ей говоришь. Пёсики, да? Нравятся пёсики?
конечно, классный фильм, песики. Вы что, за силы? Управление слева, бег. А тебе надо просить? Бег и управление. Сын собаки. Зато с щупальцем. Огненный, огненный справа. Вонали. Он стоит, сука. Чё, погоди, портал Афрост можно давать, короче, захилим. Ну давайте по ситуации подходить. Псих, вот так и сделал. Так это мой портал был. Ты взял, так подбежал к нему. Вот это вот растерзать, что это делает? Давайте растерзать. Вот вышел. Она агронабор типа? Ну, типа, как бы да, она же отвечает за дамаг. Податка. Агронабор там у медведя только это, увечья и... Трёпка. Трёпка. Всё, два удара. Это, наверное, на воде. Блин, там ещё не только протома. Вообще они были так... Убили его, да, чем? Да, убили. Дерево. Фу, блядь, грудак не упал. Слава богу. Дерево. Толь что-то чанить или нет? Дим, я пошел АФК. Ну, блядь, ты уже задрал, короче, своим БДК на ваниле. Они там, они были боги, просто боги. Именно 80-й БДК на ваниле был богом. Пойдете на цирк в ванилу? Конечно. Че бы еще делать? Не, ну чисто посмотреть, будет нормально. Ты я там сейчас скачал Тени Мордора, новая классная игрушка. Что это такое? Ну такая стелс-убивашка. Провести на колес. Ну прикольная такая. Блин, ну я понимаю, прикольно, мне на что-то как-то не знаю. Там в 17 году вышла свежая, там вторая часть. Ну, мне понравилась такая на любителя. Не, кстати, лучше оху ждать ванилу. Ну, по тебе вообще сложно судить на любителя, да? Ты как бы шансон слушаешь там пленки. Ладно, отошел. Обмен. Дима, а чек мне посмотри, сколько еще лап отошло. Виталик, не отвлекаешь, пожалуйста, а? Я это комп привогну по бырику. Сейчас отойду. А это кольцо на медведя идет вообще? Нет. СРФ серебра. СРФ на медведя? Угу. Нахуя серебра? Я не знаю зачем. А какое слово с меткостью? А зачем кольцо еще с меткостью? Оно СРФ. Да устаю, здесь не пасть. Но мне пока не хватает меткости, не знаю. Я хочу СРС-ки забрать, я серебра хочу забрать. Не, ну вообще вариант с кольцами либо с гнилья, либо с этого, либо с вали. Там с серебра ему, да. Ну, второй поднят, понятно, СРС. Ну что вы делаете? Да это уже банит. Ну что вы гоните? А что за кольцо с гнилья? С ловкостью, с мастерством? Мастерство, да. Как на ретрик? А, ну как вариант. Это броня с кольца с вами учитывается, ну, в процессе? Нет, нет. Она ни у одного танка она не усиливается, талант или ничего. А у ДК руна на меч не 2% брони дает?
Она не, ну, она станину дает, на метасокет дает, но он тоже зеленую броню и с колец шеи не усиливает. А помните, да, раньше усиливал, ну, бля? Да, да, раньше было. Спасибо Ханту за дух стаи, мы прям, ну, быстрее трэш убиваем. На 50%. Это да. Мне в обычке на Ахилу тоже висел дух стаи. Но он прибежал и ушел как раз. Уже гриб, каша. Только каша. Тут дух не так сильно ушел, наверное. Прям сейчас его кикнул, если он не придет. Добрый день. Каждый день воет, не переставая, ты что? Нужно подойти поближе. Чё, ребят, плюс ГБ на то, что не взлетит, или ИП? Дайте товар на куда там нужно закрыть. Ой, точно продам не твой чоппер. За сколько? Окей. Открывай второе окно, забивай ник, я персал галю. Да не, на самом деле просто, знаешь, его, короче, сначала мутант создал, потом, когда была чистка, этого персонажа удалили, и я потом создал. Я могу столько ников придумать, что, блядь, хуй когда столько создать. Да, да, но главное вначале Void, блядь. Так, Void, Трипер, Void, Калич, Void, блядь. Бля, Войд, слышь, сделай себе Таурена там кого-нибудь, Вара, блядь, и создай Войд Ходор, блядь. Вообще нормально. Войд, а тебе нужен этот ник или не нужен? Не, я занял, чтобы тебе потом отдать, понял? Именно для этого, да. Да даже если так, нет, ну, я хуй знаю. Не похуй. Бля, ну я вообще-то не шутил, как бы. Дема, спасибо. Смотрите, как дракошка красиво застыл, ребята. Чё, кто где? Такой дракошка? Ты чего, нахуй? Лицом, на лицом, ну, в земле. Видишь, как застыл вниз, хорошо? Вниз, посмотри, красиво как застыл. Алина, ты сегодня не нюхала клей, как всегда? Всегда. Не, пока еще не. Пока еще не нюхала. Алина клей нанюхается, у нее сразу со царевич не помогает. Под попку, блядь. Нет, под попку, сука. Похили, блядь, играйте за хили, блядь. О, охуенно ШП. Секьюрити. Кном секьюрити, кном подойди, секьюрити. Отойдите все от секьюрити. Она охраняет нас, она же секьюрити. Точнее, давайте, секьюрити развивает обезнито там точняк. Влад, спятни все, брат, друг. Джерри, бьешь мой тотем? Да, Влад, брат, друг.
Короче, пятая факель — это хилы, все остальные — деды. Рокшас, ты тут? Димон, а когда лизнешь ты? Чармана. Злой, ты лизнешь мой тотем? Скоро я шамана создам, будете лизать, блядь, по 4 тотема. Твой лизни тотем будет в них. А потом он создаст, короче, паладина, войт, точняк, короче. Я не думаю, будет лизни тотем, это, конечно, круто. Там лезет, там Ракшаш, смарт кью и злой. Ракшаш, что это не потом? Типа листовал, плат, я не понял. Дайте, обновите каску по магам. Я задумался, будет лизни тотем. Блин, просто там будет лизни. Шаман лизнал, сделал. Че-нибудь войт цепнул, Квой чайник. Да, я это уже предлагал, блять, это не смешно, это же давно будет. Ракшас и смарт кью, ну чё вам не хватает? Дайте каску по магу, блять, ёбаный в рот. Кью, ты тут? Войт, маленькая волна топ. Войт, дай, пожалуйста, баф лапу порой. А ханту Войда будет Войт лапио. Интеллект, дайте порой. Чё, готов, Ракшас? Инты на нём нету. Куда инту, злой? Или монарх? Сдай инту, пора. Масуха. Бафнул рейд, клиркас. О, есть инта. Начинай. Конь. Конь. Снимник, знаешь, какой его здесь? Всё, блядь. Он начинает? Начинает. Войд пидор. Войд пидор. Войт педер тоже нормально. Войт камни на МП5. Сука, сколько тебе ников предложили сразу. Нихуя не хилит, но поднимает дух в рейде. Фигался сильнее. Так еще тут можно было просто поводать, чтобы потом на валькирях он откадашился. Уже не надо. Беги, малышка, беги! Лучше, да, когда он приземлится. Вы чувствуете, как ледяная ладонь скрепещите, смертные? Ибо ваша шалкая мать... Вдали как 20 стаков скинула на притяжке. Вниз. Далее, дай фридом. Так, где ты, Коль? Да, ага, нет. я вижу, я тебя сам разобью, подбивайте место. Тоже в метре? По центру. Да. Тоже в белую разбейте. Знаю, я сам его разобью, справа падает. А уж точнее. Снимаю, Вадим. На лестнице падает. Блять, не вижу, куда падает. Ну, разбивай дверь быстрее. Между склепом. Это как бы последняя была. Ясно все, блядь. Два танка, короче, в метках еще. Да таунтите кто-то, ШВ герои. Ну вы че, в натуре, ну вы. Я резал по трапедру, если что. Розета резает Ракшаза. Вейт Бест резает Йол. Ибо ваша шалкая магия теперь бессильна. Да, самогончик резает меня. Кролика я солью, ты там вот ты поставишь. Беги, малышка, беги! После тяжки делаем. Угу, убежим. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает меня, скрепещит
захил, захил. Не хлопайте там, Брэйн. Хлопайте какой-то повар, дайте того, чё. Сколько морожения можно Анелику набрать? Спасибо, Алина, что чуть не убила меня, ты такая охуенная. Давайте вниз. Вниз спустились, смотрим метки. Ты, сука, бежишь. Справа, блядь. Звезду не убивать. Справа падает. Она падает слева, пацан. Тут там пропадает близко звезду, и вообще не дота звезду. Ты где подмойся? Левый склеп слечить. Правый тот склеп. Прощался. Под дыхание залезли, да? Какое под дыхание? Мы скета сбивали. Паза пошла. Тоже Санёк к нему разрядил. Витаминка, бафы милики ушли, ушли милики. Смогу сдохнуть. Санёк, поменяй. Еще под босс. Без них-то там под боссом милики ушли. Вот так пост я отдумаю. Вставай. Стак. Ну разбивайте, стыливайте стаки. Беги, малышка, беги! Тупые нахуй. Да. А чего проводили? Все, графит в сторону, графит в сторону. Бейте босса. Три хила освобожденка из пяти. Ну, смотрим под босса следующий. Монархус под босса. Четыре хила сейчас. Друид сдох. Дайте на хп гимн. Гимн на хп поели. Разбивайте метку, скидывай поставь. Еще и под босса дал. Давай, ты бей. Далее, уйди. Блин, под босса. Беги, малышка, беги! Под босса, неси под босса, ушли. Просто телефон был, давай под босса злой. А злой. Да, смысл от босса. Добивайте. Добивайте босса, вход. Ты тоже в сторону. Зачем ты глыбу взял? Да на мне стаки были. А. Нет, кобра. Шея. Сука, бля! Шея, бля. Я ж тебе говорил, надо было часы брать. Че этот катушку. Да, смысл, да, в натуре мне приливни. Ты ебаный Далек, сука, да сука, пидор, блядь! Всякие, блядь, пидоры, сука, Терентий нахуй забирают, блядь, без ГП почти, блядь. Тут, блядь, чисто нихуя не ролишь, а эту хуйню не пас. Заткнись, блядь! Лёша, слышь, урон по союзникам. Сама гоночка, 800к. Ещё говорит, что я не умею... Так это я в конце плохо. Сейчас ебанул, ты чё, блядь? Я специально в рейд забежал. Вы же, сука, меня пытались убить, а я вас убил. Пиас, давай, наличие посмотрим, кто кого попытается убить. Ну мы-то сами тебя тоже собирались убить, это весь рейд. Злой. Что вы будете его, чтобы он на ложках улетал, да? Вы под него будете лужи лить? Да. Лизни тотем и пройдёшь, злой.
забрал талик на ШП, нету деревенаски, нету катушки, блядь, дамажу как бобж. Я походу своей совой больше дамажу уже, блядь. Это факт. Не, не прям. Давай, Ваня, спекайся в ретрика, а Дессер спекается в ряду. Ты уверен, что грамотно их поменял? Да. Присмотри, лизни тотем, ты держишь протопал, а секьюрити ты держишь БДК всегда, главным. И два ряду там, да? Да, два ряду. Да ну зачем? Может оставишь про ну холипала. Код же нормально лучше, чем пол реплик. Может разету ДД Ваня хилом. Короче, ребята, я поменял хилом и все, зачем спорить? Давай типа. Не, вот там дипло могу уступить, он там Метриус ему надо. Что? Там дипло могу уступить, ему там Метриус надо с лича. Метриус надо с лича. А в рейде Метриус никому не нужен больше? В рейде надо кому-то Метриус. На успех надо кому-то Метриус. Ясно. Сорян, тут в рейде нужен Метриус. А, нет, тут Монархуса нет. Он релогается, написал. В смысле? Он писал релогайтс? Да. Бля, а где он? Не видел просто. Ну где он? Релог 21 час, 42 минуты, 33 секунды. Ну ты как бы его кикнул, а сейчас спрашиваешь, где он? Кладбище. Релогнуться это секундное дело. Ну не скажи, DSRC это 10-минутное дело. Чё ты сказала, прослушала? Я раньше релогался, два босса успевали убить. Когда ты релогался? Угу. Я АФКш, а вы два босса успеваете убить. Я круче. Мы как бы целка проносим, Вань. Ты просто видишь только два босса, понимаешь? Ну... Оптимус, ты можешь убрать этот дуг галимый стай? Ты можешь себе поставить, как я по скиллу, просто дуг епарда? Чтоб ты один страдал, если ты тупишь, и все. Он и так один страдает. От духа стаи страдает рай. Ребята, вот мне ничего не надо с лича. Если я уступлю место диплому, не будет фулл ЕП. Нет. Ну, зачем ты ему будешь отступать? Ты понимаешь, что ему нужен Митриос, а Митриос нужен в рейде. Все. Дайте пристабав по рейду. Бля, милики, не дай бог вы отлетите, я вам... А это чё, я... уволена такая чарка 55 хп? Я вас просто заебашу, дайте пристабав по рейду. Да, это Войда сейчас. Нормально. А нет, у него 75 к силе атаки. А ты еще открываешь, не? Ну ты открыл такую шмотку, и что написано? Я не увидел то, что это лат, я думал, это кош. Вы можете думал, что это войд, да? Рейду дать? Да, я чуть подумал, что это войд. Дайте папку, дайте чеку. Вот, блять, в латах на холодильник. Все готовы. Дайте лапу инту, я запускал. Не коните хил с этой Синдрагоса. Неужели прибыль? Ну там печальный хил, печальный. Это мне бросить ледяную скорбь и сдаться. Это друид в 5.3, ему так повезло. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем. Код тактики знает, вы спросили у него. Алло. Хорошо по станам, Дима. А, по станам. Smart Q станешь кружочек, Ваня, ты ромбик и экзайт это треугольник. Ёлка кастует пытку разума в кружочек, Серсея в ромбик и Волкер в треугольник. Я буду смотреть за этими пытками, ребята. Ох, я буду смотреть за этими пытками. Никаких мультидотов.
попыточки от креста в бальку. Квадропедра вышел. Квадропедра может мультидотик. Он может мультидотик, он никогда не мультидотит, так что все, начало боя, погнали. Диспелит, секьюрити диспелишь. Может, рассей лучше? Ловушка. Стойте на месте, все. Мира, типа, РТД. Смотрим, чумак. Чумак, 3 минуты. Чумак, на самого. Ваня, заставь, пожалуйста. Или... Давай, все, отлично. Или че? РТД. Стоим, Мира. РДД, мили, как видели, стор. Ох, сам себя отлично, смотрим ловушку. РДД, мили, ты тоже двигаемся. Спокойно. Пошли еще проводим. Прокат. РДД, шаркар, блин. Да, помоги, Коль. Не на, ну, не на 30, она. Диспал. Ясно. Да поднимай, Войд, поднимай меня на 30. РДД. И беги уже, Коля. Понял, я понял. Диваны. Диван, пожалуйста, кто-нибудь. Изнита там, я дал тебе одну простую сдачу. Просто все время показывает. Проседает, кастовать в него волну исцеления. У тебя волны исцеления меньше, чем у Security. Ему 80 тысяч влетело. Ла. Смотрите, злой улетел за телескоп. ГЦ всех сдох, ЕП. Могу пиво на сутки проебали уже. Ну, спасибо, что напомнил. Мне кажется, там танк не очень. Почему ты упал, Виталик? Ваншот. А почему ты не станешь? Стану вниз. О, WhatsApp, ты в рейде? Нет. Хочешь мака продам своему? Кому нужен твой макобас? Тебе. Мне. Самогон, может быть. Нет. Там щупальца есть, самогон берешь? Ну что щупальца, оно и РДД, и миликом принял. Да, ну на всех. Типа, да. Она что, ПВП вообще? Оно пол Е. А чё, она сколько бьёт? По 5к дамажит. Ну да, ты гонишь. Она сносит, мы проверяли, типа, 32% хп. Ресните, спасибо. Сможет таки уреснить. Злой тут. Дима, на тебе ассист, где зон. Спасибо. Я в центре стою. Ну, все равно поведи зон. Сейчас Ракшазу дам меточку. Он нормальный пацан. Менял, короче, Вовка вылетает, я ревок. Давай, баба.
из сорка вылетел. Вышел. Короче, злого можете не ждать. Кулак попробуем, дайте. Есть 2 минуты. Нет. Че у тебя, что-то срочно? Ну, такое не очень. Тем, ты тем лизнуть хочешь? Прокладка. Говорю, у тебя что-то срочное, Алина? Если да, то иди. Нет, ну просто если 2 минуты, я отойду чаёк налью. А, чаёк, может подождать. Думал там, блин, не знаю, родителям помочь, ещё чё, такая херота, это чаёк налить. Ну да, но же когда нужно родакам помочь, ты прям разрешение у рейда спрашиваешь. Прям такой, можно, ребят, вот отойти зовут просто. Он просто толерантно сказал прокладку. И Дима такой говорит, нет, нельзя, блядь. И он такой, ма, нельзя, нельзя мне. И все, сиди дальше. Саня, жмок, ты тут? Мне, короче, энтобафничай и энтопеч. Надо помидоры срочно давить, пацаны, можно? Иди нахер. Ваня, башня. Да, Ваня, он не про те помидоры. И давить это прям перенос вам, короче. Доктор, врач и самогон, заливайте секьюрити всегда в ман. А вот заливались не тогда. Заливайте секьюрити, а вот лизни то тем. Тут Коля, Николай, вы здесь? Баска? Коля, все. Николай, Коля. Коля, проводи только чуть дальше. Я прям до тебя бегу, чтобы ширкаря забрать. Ну, не стой на месте. Я все равно каждую ловушку веду, они на меня ориентируются. А потому что чуму не донесут. Мне похер на тех ребят в центре. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил. Там вообще-то я стою. Тем более, блядь. Идешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Давайте, бой начинается. Да. Смотрим, сейчас выйдет шарка. РДД, Америки стоит. На самогоночку. Мелик. Нет. Не, все нормально. А теперь танк, ловушка, мелики в разные стороны. Слушай, я тоже улетел, походу, да я в этот шип врезался. Че ты палишь, дебил? Ты сказал не бежать за танком, а в разные стороны. Диван, Виталик. А, нет, у меня рега. Ну, Виталик. Ну, поставь Джейвс. Дальше прям, доложимся. Ванька, диван. Такое чувство, милики, что вас жизнь ничему не учит. Я же сказал, в разные стороны. Зачем бежать за танк, за лечом, как дебил? ГП кидай тем, кто улетел. Один носок, или когда мы их там ходили, я уже забыл.
А я кидал по соточке всем. Я вот тоже первый раз кому-то кинулся. Вот Лаверман, вот отвечай, тупо, как бежишь за мечом, за спиной, так и бежишь, и тебе насрать, что на танке ловушка. Там, по-моему, Джейми какую-то тактику говорил, типа, в центр поворачиваться, чтобы ловушка не была на пути медика. Почему ты идешь за мечом, когда я сказал в разные стороны? В разные стороны это вправо-влево, а не за мечом. Каждый раз одно и то же. Видите, кто там дамаг эту ловушку получил? Вон, где есть скар? Да там пацаны еще улетели на ловушках дауны. Я знаю, что точняк улетел, но он врезался в шип. Спасибо. А я врезался. Как бы не считается, да? Да. Вернулся. Вдруг он взорвал, короче, потом врезался в шип. Так это он и был, блин. Ваня, что за фигня? Стай, повезло. Посмотри там по смертям, кто первый сдох. Это что-то забавно, когда вижу, как там на ложках улетел. Вот ловушек получил урон. Ты, я. Ловерман. Ловерман. Марахус. В смысле, ты я. Я вообще-то сдох. Вон, посмотри, где. Не, ну у меня в общем полностью показывается, кто в ложках сдох. Мы кто миликов урон всех, получил. Кроме Бессера, Купера и Дорна. Точняка. Я почти не получил. И тот Бессер и Пулпер, наверное, просто вернулись, мне кажется. Не, они не получили урона от ловушки. Ребята, я получил урон, но я вешу вот на лету. Это не считается, я не умер. Тыкать он сумел. 1000 ГП тоже, в принципе, не считается, но погода вообще не играет. Просто сразу делай скрин, когда пацаны улетают. Потом говори, падайте, не считай ГП. Да дайте фулбак, поставьте руку. То эти уроды потом заходят в ловушку все равно. И ты не спалишь. Товарищи выручают друг друга. Твари. Особенно товарищи выручают, когда врезаются в шип, да? Я там на видео сову видел, но там трансмут непонятно какой у Теренаски. Да, я знаю, кто там был, вон самогонщика бегал. Там еще сова какая-то есть. Я тут бегал. Дайте фулбак уже. Попросил 300 балл, лапы пора на интеллект. Надо все эти бафы назвать, чтобы они были за бафом. Запустил, все готовы. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Димон Купер. Ну чё, тут пока Ивен о чём не говорит. Строй нас как-то морально. Скажи, как твой ник переводится. Разрыватель, ёпта. Аналог. Аналоги. Моей безграничной мощи. Этой тактики аналогов нет. Давайте, пацаны, бой через 5 минут, давайте сосредоточьтесь, милики, вон в квадрат синенький, бегайте за них. Трубай, погнали. Шарик можете не бегать. Смотрим, сейчас будет шаркар. Ловушка, милики. Чума смотрит. Чума подрепетра сам себя.
написано РДД ловушка. Моя один. Милики. Кастует, отбежали далеко. Чняк сам сюда. Вот ловушка. Я короче спали и все. Не базарить во время трая. Звездочку ставьте. Блин, ловушка. Ловушка РДД. Посмотрим 2 секунды. 2 секунды. Дорн. Дорн чума. Дистал, дистал снова уже. Сейчас. Ловушку смотрим. РДД. На край уходим, уходим на край. Гимн на ману поясерся, бьем духу. Без не тотем. Стоп тотем. Олег, ты забрал или нет? Сверх убивать. Убивайте сферу. Дух, дух, рейди, понял. Секунду, сука. Оу. Смерть случайно, резните самогона, пожалуйста. Я подниму самогон. Розеток. То вихрь кидает, какой еблан. Да я случайно кидал. Сферу добейте все на это. Коля, заберешь духа хваткой и немоту дашь. Давайте все в квадрат. Теперь мы валю стан бьем. Три вали бить. Три вали бить. Верняня 4 секунды. Верняня, смотрим. Использовать эту способность. Эти ромбы. Белки, ты чё? Стан, если шо есть. Шо? Бейте все, ты чё? Дайте, а, я ранист. Мирики, РДД выбежали, Мирики выбежали из центра. Все три вали бьем, все три вали. О, я в трусах, я в трусах. Трусах, трусы, приоритет, трусы. Трусы, ромбик, трусы, ромбик. Ромбик заметный. Ромбик улетает, я включу. Сами РДД, РДД по краю. Ужас. Знаю. Мирики вышли. На 30. Давайте за спину все в квадрат. КМК дай. Смотри, вали, всех валь должны этих разбить. И станы дайте им. По две вали бьем, только две вали. Две вали бьем. Трусы ретрик, ему труса на ром. Добивайте трусы. Не, смотрим, вы готовы без стан. Тос. Это тебе чё? В ром, все стали в ром. Ой, в ром, в квадрат.
не замедлялки, станы, все повалим. Бьем и бьем валь. И смотрите осквернение. Все три вали бьем. Прямо осквернение. Солнце меди. Бьем, бьем все три вали. Уже замедли. Прыжки осквернение. Путилича. Не сдается никак. Стойте тут уже на центре. Осквернение. Вынести так. Погоночку. Бей путилича на краю. Тер, друг. Давайте это на за квадратом на край. Это пиздец. Три вали улетают. Сука, валькирия пришла, блин. Десер ману просит, гимн дай. Я могу гимн дать. Гимн, доктор брать за 2 десер ману. Я кд. И секьюрити ставку там. 15 секунд. 15 секунд кд. Я десер ману. Все, ставлю. Пей гимн. Господи, конченый смерч, извините, пожалуйста. Сейчас выберу. Ну что ты делаешь, Дима? Убери из панели смерч. Уже выкинул. Мы заплатим просто. Звезду себе, эти звезду. Я бы сало дал там доступ. Да я тоже салю, блядь, понял? Квадратом бегайте в комнате. Чешку отдаю. Давайте в квадрат все, в квадрат. Гарри, сюда. Давайте бежим, там бомба падает сразу за уголочек, забежу. Дальше бежим, тут становимся. За уголочек. Ставь тут. Дальше пробежал. Ставь тут. Дальше двинулись. Двинулись. Ставь тут. Дальше двинулись. Двинулись. Ставь тут. Чувак. До конца остановим. До конца. До конца. Духов не бейте. Бейте все лича. Цая скрмение. Все, бейте духов, духов, бейте. В черик все играем. Коля, забирай хваткой черик и давай на сал. Или чё? Бейте. Рсея и сушение зловещих духов. Ча, бейте или ча, бейте. Все, уйдите оттуда, уйдите оттуда, все, уйдите все оттуда. Осквернение, смотрим, не залейте. Отлично, уйдите все. Аквально умер. Не надо никого убивать. Я спал на тобой. Эй, я знаю. Нет, уведи немножко, или чё? Зато, духа, зато эти там 200 тысяч. Могу хлопнуть после этого у нас. Ваня, как ты умер? Уже все. Квадрат, съем квадрат, 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 ребят. Бегайте. Комната синяя, не вижу квадрат. Сюда. Ставку уже отмечай. Сюда. Зачем? Квадрат большой. Но, говорит, не видит. Лучше кружок. Стойте, 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 все. Сакру, сакру пройду, сакру уже пройду. Уже дал, пошли. Там бомб, короче, кто-то на агре. Дальше двинемся. Да, Ваня, точняк, подвинь. Один только самогон, я не понимаю, зачем туда ломится. Все, давай. У портала, все у портала. Самогон, не выпрыгивай, беги. Взрывать не буду. Здорово, уходите. Бубы рынковые. Точнее,
Я встал уже. Чел, никого больше не подходит. Долго есть. Мы поднимаем Рома. На спине. Вернение. Колямба. Коля, встал, пожалуйста, на край. Прям вот почти падай, понял? Ты все квадрат, 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 квадрат. Да, вот тут. Поднялись немножко. Сюда, 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 сюда. И пробежали. О, мастер. Бомбы не взорвутся. Тут стоит. Зал. Они взрываются через 3 секунды. 5. И 5. Какая разница? Все равно не сразу. Зал выбежал. Дальше двинулись, двинулись, двинулись. Кстати, тут после выхода осквернения было. 3 секунды не взрываются, какие 5. Осквернение смотрю. Осквернение, Ракшас, бейте Лича, все к порталу, порталы типа. Теперь прям к трону туда, прям чтоб кресло рядом. Давайте с тобой. Давайте я ТТМ поставлю, кто-то гейм споет. Вот это все нормально. Осмотрите. Уже. Вот там. Уже. Что делаешь, что? Стой, не надо. Ты плохо придумал, у них теперь траектория, я до них не допрыгаю, понимаешь? Хорош, Виталик, лучший. Ну чё ты тут стоишь? Тупой, что ли? Лох. Я смотрю, отдавайте чашки, это последняя комната. Даже тут. Эту комнату можно дать даже Геру. Духа бей. Так и скажи, что тебя самогон передамаживает просто, поэтому ты лезешь во всякую хуйню. Пробежали дальше. Что, самогон сам один еще где-то? Я умер вообще, типа, на второй плане. Сами тут. Пробежали. Зал. Сейчас вы за собой будете платить. Чё ты в этой хуйню спизнул? Тупой. Тупой, блядь. Давайте, Гер. Знаю, тебе секс предлагают, а ты, блядь, сразу отказываешь. Не ходите. Тут. Геру, шаман.